Норма, отработал. Норма. Готов. Готов. Проверка. Норма, правильно вращение. Беспилотный летательный аппарат готовят к запуску. Сегодня ему впервые предстоит выслеживать нарушителей чистоты и порядка. Грузовики, которые выгружают кучу мусора, где придется, образуя тем самым несанкционированные свалки. Запускают беспилотник со специальной катапультой. Она работает по принципу рогатки. 3, 2, 1, старт. Беспилотный аппарат может летать в воздухе без перерыва 2,5 часа. Рабочая высота от 350 метров. Но даже при такой низкой высоте заметить с земли его практически невозможно. Зато сам аппарат видит и фиксирует все. Беспилотник способен передавать видеонаблюдение в режиме реального времени. От него не скрыться даже под покровом ночи. Встроенный тепловизор снимает и в темноте. Внимание, высоту набрал 350 метров. Ухожу на точку работы. Принял, наблюдаю тебя. Беспилотник работает в радиусе 50 километров, и выгрузка отходов незамеченной не пройдет. Данные про нарушение мы фиксируем с воздуха, далее осуществляем воздушное наблюдение, ведем наблюдаемый объект до места задержания. Пока беспилотник ведет нарушителя с воздуха, на земле его уже поджидают силовики и сотрудники Департамента благоустройства и экологии. Это не безнаказанно все, поэтому одним штрафом он не отделается, то есть одним протоколом. Мы также рассчитываем ущерб, нанесенный окружающей среде, почве, который предъявляем правонарушителю. Пока это первый опыт борьбы с несанкционированными свалками с помощью современных технологий, но в планах ввести такую практику на постоянной основе. Марина Матвеевна, Максим Гусев, события.